Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об обязательном страховании жилья от стихийных бедствий. Окончательно утвердить его парламентарии намерены на осенней сессии. Пока же идет обсуждение ключевых позиций документа. Так, согласно ему, рассчитывать на восстановление дома смогут только те жильцы, которые застраховали свою недвижимость. В противном же случае максимум, что получат пострадавшие от пожара или наводнения, скромное социальное жилье. О денежном возмещении речь также не идет. Страховые компании уже заявили, что положительно относятся к такой инициативе и даже заверили, что это позволит снизить стоимость страховых полисов минимум в 2 раза. Из-за того опыта, который уже сейчас наработан, это не самый высокий убыточный вид страхования. Здесь, как правило, накапливается, но потом случается одно событие, которое несет серьезные убытки, но это нормальные страховые компании, к этому привыкшие. То есть есть резервы, есть расчеты. Подробнее о новом законопроекте мы расскажем в вечерних выпусках новостей в 18:30 и 20:30.